Смотрите, все кончено. Сегодня глава Санта Натаниэль Браун публично поблагодарил Интерпол и частную охранную компанию Тарвас за срыв теракта, который должен был произойти на прошлой неделе во время конференции «Тихая гавань». Интерпол уже подтвердил, что группа радикальных террористов, связанных с коалицией за права аугментированных, заложила в жилые корпуса, окружающие Апекс-центр, столько взрывчатки, что взрыв уничтожил бы два квартала. Несмотря на это ужасное происшествие, Браун придерживается следующего мнения. Нельзя принимать поспешные решения, руководствуясь страхом. И нельзя, чтобы будущее определяло меньшинство. Акт о восстановлении человечества противоречит главным принципам ООН. Я полагаю, что через некоторое время Совет Безопасности должен прийти к разумным выводам. Какие громкие слова. Что ж, друзья, посмотрим. Удалось ли Натаниэлю Брауну предсказать будущее? С вами Элиза Касай. Эй, вообще слушаешь? Мы победили. Правда? Мы полностью сорвали их план. Марченко, Орхидея, бомбы. Ты слишком увлекся работой. Пора выйти и развеяться. Воздухом подышать. Прошлой ночью со мной связался Янус. Сказал, что Браун налег на весла. Он и остальные спасенные знают, что акт не решение. Пик может еще долго трепаться, но акт уже торпедирован. Все кончено. Янус всегда обо всем знает, но только не тогда, когда это по-настоящему важно. Та Миллери? Мне очень жаль, Адам. Я была уверена, что он работал на иллюминатов. И я тоже так думал. А когда понял, что он невиновен, прошлое уже не изменить. Нужно работать дальше. Что у тебя на уме? Сколько еще у них может быть планов? Сколько солдат вроде Марченко только ожидают приказа? Не называй его солдатом. Он просто громила. У солдат есть кодекс чести. Еще солдаты выполняют приказы. И он был готов выполнять, невзирая на последствия. Ты так говоришь, будто жалеешь, что он мертв. Он сделал свой выбор. Я свой. Кроме того, мы хотим добраться до тех, кто с тобой. Теперь мы знаем фамилии Мандерли и Пейдж. Коллектив не успокоится, пока их не накажут. Да. Мне бы хотелось еще одно имя связать с лицом. Это Янус. Так вот, что тебя занимает. Слушай, Адам, я попробую, но я тебе уже говорила. Он не любит встречи, которые проходят не по его правилам. Тогда скажи, что выбор таков. Или он устроит нам личную встречу, или я сам его найду. Думаю, самое время встретиться с тем, кто носит маску, Алекс. Как ты думаешь? Кроме того, в Праге была найдена мертвой женщина, которую подозревают в создании бомб, использованных в теракте на станции Ружечка. По словам властей, адрес квартиры Элисон Станиковой был получен в ходе тщательного расследования, проведенного в том числе Интерполом. Станикова была бывшей военной. Ее подозревают в сотрудничестве с КПА. В городские службы поступили жалобы от соседей Станиковой по поводу отключения электроэнергии. Войдя в ее квартиру, полицейские обнаружили трупы Станиковой и десятков аугментированных культистов. Все указывает на массовые самоубийства. В отчете коронера, выпущенном сегодня в Праге, содержатся новые шокирующие сведения о смерти доктора Талоса Рокера, бывшего лидера КПА. Судя по всему, основной причиной смерти доктора был чрезвычайно высокий уровень алкоголя в организме. Других токсинов обнаружено не было, как и признаков подозрительной активности. Источники, близкие к Рукеру, говорят, что он сражался с алкоголизмом с тех самых пор, как стал публичной фигурой. Мне, разумеется, не стоит и напоминать вам, что основанную им организацию, коалицию за права аугментированных, связанную с...
привязывают с жутким терактом в Лондоне, случившимся на прошлой неделе. Кажется, что не так уж и давно в этой самой программе выступал доктор Талас Рукер, пытаясь убедить нас, что коалиция за права аугментированных – мирная организация. Сейчас, конечно же, мы стали немного мудрее. С момента смерти доктора Рукера КПА очень скоро показала свое истинное лицо. После теракта, случившегося на прошлой неделе, ООН официально назвала КПА террористической организацией. Прямо сейчас отважные сотрудники чешской полиции штурмуют контролируемые КПА здания в комплексе Гуле. Можно лишь представить, что за средства террора они найдут. В отношении криминальной организации Двали сейчас ведется тщательное расследование в связи с ее ролью в лондонском теракте. Улики, обнаруженные Интерполом, указывают на то, что члены пражского отделения организации обеспечивали террористов КПА оружием и логистической поддержкой. Среди тех, кого разыскивают для допроса, есть и Радич Николадзе, лидер пражского отделения Двали. Близкие к нему источники говорят мне, что Николадзе ушел с радаров и вряд ли когда-нибудь найдется. Возможно, это доказательство вины. Присоединяйтесь к дискуссии и сообщите нам свое мнение.